Congrats. Доброе звездное послерождественское небо. Здрасте всем. Ну что, мой фонарик не работает? А где он тут включается? Ёлки-палки, что за фонарик купил? На кнопку получишь результат. О! И так горит ничего. Так, тут наши колеса. Хорошо. Утренний обход. Традиционный. Обязательно. Вроде тоже все не беды. Такой маленький, а светит хорошо. Без 28. Можно двигаться. Уже и так чутка перестоял. Не страшно. Сугроб вчера заехал, видите? Ладно. Вроде все хорошо. Стеклышки протереть. Ну не сейчас, потом протру, днем когда станет. Мусор выбрасывать. Все, сейчас сегодня днем на парковке отблю зальем, оно уже оттаяло. Омыватель тоже просит. Нифига себе. Тут еще куча режимов всяких. Вот. Уже сегодня остановимся. Днем это все будем делать по-светлому. Ну а сейчас поехали. Будем пробовать. Светлеет. Уже вроде бы он потихоньку начинает светать. И он нам мешать не будет. Сегодня у нас... О, на отблю уже плёхается. Все. Просветет при остановке мы его зальем. У нас по планам сегодня, не знаю, наверное, до Сызрани. Один знакомый человечек говорит, Сан-Франциско. Есть Сан-Франциско, здесь Сан-Франциско. Но я его залью при ближайшем, как только рассветет, потому что оно всю дорогу плёхать ехать, нервы не железные. Я так не могу запомнить, где мы тут постоянно ночуем. Я тут уже какой-то третий, наверное, или четвертый раз здесь стою на этой стоянке. Готовьтесь к следующему повороту через 300 метров. Нормально, 100 рублей душ, 100 рублей я его показывал. Сразу в гору. Ну ничего, интернет тянет хорошо. Мегавонь моя, поэтому нормально. До пятерки отсюда получается где-то 130 километров. Вот уже, вот уже начинает светать. Уже вот там слева на востоке уже небо светает. Светлеет потихонечку, поэтому едем встречать рассвет. Где? Правильно, в Башкортостане. Кстати, курортная зона здесь вообще считается, курортное место. Вот этот вот
нормально въезд. Бываешься. Я ж переключился, ну с кем не бывает. Тут тоже едешь, там один курорт, санаторий написано, второй, третий. Сейчас этот, как-то будем проезжать. Куразаккара. Не ошибиться, никого не обидеться, подъездим, прочитаем. В прошлый раз тоже возле него останавливался. Тоже так симпатично там. Вот, сегодня пятница, 8 января. Ехать нам отсюда 1500 километров. 1519 до Сызрани, до точки выгрузки. Поэтому, в общем-то, на сегодня разделить пополам этот участок, как раз Сан-Франциско попадает где-то посередине. Вот до нее и поедем. Может раньше, может дальше, ну вряд ли, посмотрим. Как ехаться будет, как погода. Пока все красиво, небо ясное, минус 11 всего. Не сиб-тропики, а вообще тропики. Такой погоде. Главное, чтобы было сухо. Не начало сыпаться что-нибудь там на этом участке там. От Уфы до Самары. Там любит начать дуть что-нибудь такое. Интересно. Посмотрим. Не так-то далеко. В течение дня все узнаем. Тещин язык отсыпан так, что, что он даже до асфальта. Вообще снега нету. Красавцы. Он тут один, но за ним следят. Так-то, конечно, тут не следи за ним, и тут будет беда. Солнышко еще пока не выглянуло за холмами. Температура тоже прыгает. Сейчас минус 9. Совсем недавно 21 было. Выезжал 13, ой, 11. Тут на горку запрыгиваешь, одна температура. С горки слазишь, совсем другая. Обработан он хорошо, отсыпан. Сейчас вот еще указатель будет, там какой-то источник. Короче, здесь это. Участок всяких водички минеральной. Тут там, тут там, тут там. Заповедник, ну не заповедник, но зона такая курортная. Плюс природа какая. Сейчас на эту гору, когда забираешься, направо тоже. Я когда останавливался, фотографировал. Долина. Вид в долину получается просто потрясно. Красиво, но как-то вот уже день закончился.
заканчивается. Спать надо, думать. Казак, вот как, блин, название путаю частенько.
то не он еще? Он же уже курорт. Ну, курортное место, да. Нет, не он. Вот, сейчас минус 20. О, не вру. В низинку сполз, и сразу так температура падает, как в этом фильме. Сейчас на горочку поднимемся. Не в фильме, а в мультике. Сейчас поднимемся, все. Должно потеплеть. Так, по мне, так пускай двадцаточку держит всю дорогу. Главное, чтобы небо вот такое было, какое сейчас. Газатк. ЮНЕСКО в центре Урала. Вот так вот. Это вот от него такие идут испарения, да? Да, тут же вода, наверное, же горячая. Вот как бы тоже стоянка большая. Тут постоянно машин куча стоит. Ну, сюда еще получалось 1:20 вчера надо было ехать в потемках. Ну, смысла как такового не было. Останавливаться не буду. Да, источник-то горячий, он все течет, течет. Видите, поэтому испарение. То есть, ну, пар стоит. Вот, низкий уровень реагента. Начало кричать. Добро, добро! Остановимся у Жорика. Залью я тебе этого реагента. Обязательно надо остановиться и сходить туда поесть. Иначе Дима сказал, что он мне при встрече кое-что вырвет, причем без наркоза. Говорит, столько раз проезжал, ни разу не заехал. Я говорю, не ври, я заехал. Правда, как осел, что-то натупил. Вроде денег на шашлык-то, оказывается, были, но я его не взял. Сейчас еду, наличка есть, все, поэтому поедем. Шашлык у Жорика кушать, но это еще там, за Симом уже. Хотя тут недалеко, что тут осталось-то. 40 километров вот до Кропачева, на пятерку выходим. А там что там? Там уже и Сим. И после Сима там уже и... Я еще что-то и проголодаться не успел. Ну придется топтать себя шашлык, ну что сделаешь? Сима сказал, говорит, я тебе этого не прощу. Представляете, какие условия стоят? Катастрофа. Едем отведы. Сейчас там за шашлычок-то такой. Ну еще туда по-любому. Часа полтора, наверное. Пыхтеть. Нормально. Вот там, где солнышко, у нас горы уральские. Надеюсь, вам они видны. У нас что-то вот, видите, как-то вот было солнечно. Минус 8. Я же говорю, что сейчас вот мы с гор спустимся. В общем-то, 7 километров, и мы на семерке. Ой, на пятерке. А там что? Сим перекулится, и как бы все, горы закончились. Что-то мне подсказывает, что... Очень может быть, что пойдет снег. Вот прогноз не буду специально смотреть. Потом сюрприз будет. Хорошенький тут такой спуск. Там, по-моему, мост подгулявший, если я не ошибаюсь, или не подгулявший. Вот отпустить бы ее сейчас, а если подгулявший, ну, вроде нет. Ладно, отпускаем. Подгулявший не сильно, но подгулявший. Пришлось тормозить. Эх. Хороший мост. Вот помнил же, что он такой. Никс гуд. Но корка какая тут. Разгончику надо, чтобы на нее залезть.
Сейчас начнет передачи перебирать. Да, уже 9-е. Вытащила. Минус 7, теплеет на глазах. Пиццы роют, роют. Скоро здесь будет 4 полосы. 20 километров за 5 лет надо было строить, смеху потом собрать. Значит, не скоро. Но будут. Ребята, в 2040 году все будет. Слушай, дружище, мне вот 60 лет, я уже 20 лет должен по двух полоске ездить и туда, и назад. Уже лет 2000-му так же точно говорили, когда я молодой был. Вот нам на 7 лет это дали. Узнать, сколько километров, туда еще скоро на технику нагоним, серьезно. Мост, говорит, один сделал. Даже китайцы возьмутся. Да-да-да. Или туннель прорыть. В Уфе залез под гору. В Чебаркуле вылез с горы. Еще в том году должны были здесь начинать. В Москву и разрешение готово. Не знаю, что там. Начали, начали. Да вот я тоже, блядь. Когда построил, да, вопрос. Ну, то, что сейчас, если есть возможность, я думаю, надо стараться исключать. Ребята, Сталина надо разбудить. Пятерку. Вот в связи с ремонтом будут постоянно теперь затруднения. Политика. Нормально. Я что-то вот еду, смотрю, что сейчас Делка на 40-х номерах. Калужских. Ребята, у нас теперь Путин царь ебо. Пусть все его выгонят оттуда. Если он уйдет, значит, кого-то клонирует еще. Да. Это еще не Колейка, когда в Колейках стоять. Ой, там, что только не наслушаешься. Это правильно, что никто не выбирал. Оно само себя назначило, блядь. Но же мутрировало, согласен. Делка. У него такие загаженные номера, чтобы он просто не видно даже какой регион. Ну что-то вот на этих, на калужских их больше, чем на татарских стало. Фигня какая-то. Я раньше их не видел на калужских. Они сейчас все под Калугу уходят с Татарстана. Чтобы сейчас не дальневосточный Татарстан был, а там дальневосточная Калуга. Как-то туда. За Иркутск. Поехали до Жорика мясо кушать. Зимыч сказал, очень смачно. Ну, тоже не так-то просто вот это все разрыть сейчас, это все сравнять, выровнять.
а речушек сколько здесь. Вот. А, тя, ук, ик. Сим, шмим. И атя, неважно. Короче, здесь глобальная стройка наметилась. Чё? Зато будем летать потом. Обочина свободная, в принципе, там спереди. Мы приехали. Ашак, город металлургов, это мы в курсах. Кафе регион 74, это не то. Возик, спасибо. Вон Жорик у нас слева. Я вот не знаю. Блин, тут справа стать, ну и в баню. Давайте мы, наверное, здесь станем. Потом как-нибудь выедем, потому что там справа обочина, которая не внушает абсолютно никакого доверия. Потом как-нибудь выползем. Вот туда залазить, согласитесь, не стоит абсолютно. Потом оттуда можешь очень долго вылазить и самостоятельно даже можешь это не сделать. Вот он. Все. Ну сейчас туда уже заодно все сделаем. И вот эту заразу зальем, и омыватель зальем, и все кругом протрем, и потом поедем. Уже думаю, в прицеп залезу, посмотрю. И не торчит нормально. Короче, все нормально. Станки наши стоят. Все хорошо. Пошли. Ехать веселее. Хороший шашлычок. Цена вопроса вот этой порции, которая у вас на экране, 300 рублей, 297. Взял от блюда ливать. Вот две ж канистры вот там лежала, та, которая ближе к панели, та растаяла полностью. А та, которая вот ближе сюда к сиденью лежала, та это, до середины, половина только растаяла. Представляете, как она уколела? И омыватель тоже хотел залить. Полез в палетник за своим омывателем. А он этот, кашицей такой. Ну, морозы там были, да, минус 15-20. Получается, он что, так устыл, никак отойти не может. Короче, пошел у девчонок напротив, купил две банки. А что делать? А садблю не знаю. Лежало аж оно на этой, на Мишиной куртке. Протекло. Надо, короче, эту стирку искать.
потом, когда машину отдавать, вообще стирать ему эту куртку. Ну, нам... Отплюет там мочевина, сами представляете, запах чего? Аммиака. Короче, будь недоволен. Поэтому надо будет. Вот. Совсем потеплело. Машина вся белая-белая. Вся в соли. Просто вся. От слова совсем. Ну а что, на дороге вон одна соль. Зато сухо. Сейчас все в соли едут, которые вот немытые, которые здесь катаются, они все. Грязь, соль, все дела. Машку забыл включить. Отсюда лучше Машу. Едем дальше. Тут у нас еще пару мероприятий запланировано по пути следования, но об этом немножко позже. А пока на Уфу, соответственно, на Уфу проходим и дальше на Самару.